И снова всех приветствую. Евгений Крашот, компания FoxoTraders. Заключительное видео по индикатору про версии 2.07. И сегодня мы рассмотрим вот такую замечательную кнопочку Map. Что же это такое? Разобрали Volum Profile. Да, видим общий проторгованный объем на каждом уровне. Динамик Point of Control. DOM, Tape, объемы. Cluster Search Delta, Cum Delta. И вот перед нами график. Я нахожусь на 30-минутном графике. Допустим, я хочу посмотреть внутреннюю составляющую каждой свечки. Как я могу это дело сделать? Ну, во-первых, опять же, переходим подсказки. Если Shift включен, вот здесь, то с Shift. Если не включен, то прямое нажатие мышкой по любой свечке покажет нам, как выглядит эта свеча. Мы видим два варианта. Да, смотрите, вот у нас есть первый вариант и есть второй вариант. То есть э, показывают э, дельту этой свечи. Здесь лево-право. Это то, как проходили сделки внутри именно вот той свечки, куда я попал мышкой. Если мы опять же зайдем в настройки, включим Shift, да, увеличим масштаб, давайте вот посмотрим вот эту интересную свечку. Раз, два, три, четыре, пять, шестая свечка. Нажимаю Shift. Вот я вижу, как выглядела вся эта свеча. Она нарисована слева. Вот она, так я увидел, вот слева сама эта свеча у нас, вот она нарисована. И то, как у нас торговалась эта свеча, было 5 сделок сверху на, на продажу, 26 сделок на покупку было. 63 на продажу, по рынку 121 на покупку. Значит, суммарно у нас здесь, ну, Кум Дельта положительная, вот второго кластера этой свечи смотрим вот сюда, и она действительно положительная второе отображение это скажем так каждую свечку вы вот так должны смотреть проверять кому-то может быть интересно увидеть крупное вливание на какой-то вот э, свече но это нужно вот таким образом брать и искать как же посмотреть это более быстро нажимаю кнопочку map что мы видим перед нами поверх экрана нарисовалась интересная ситуация у нас есть вот эта текущая свеча, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Мы на 30-минутном графике, вот каждое это отображение, это отдельная свеча. То есть, по сути, мы здесь видим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, краешек 19 свечи. И вы сразу же можете увидеть, где какие сделочки были по какой цене. Вот два варианта, опять же. Каждая свечка здесь представлена. Вот мы только что разбирали 5, 26, 63, 121. Перейдем в первый режим. Мы видим, ну, опять же, так как мелко достаточно конкретно в данном случае, мы не видим эти циферки. Что нам может помочь? У нас есть вот здесь такой интересный ползунок. Вернее, давайте сначала мы разберем правый ползунок. Это как раз-таки масштаб. Мы можем увеличивать вот этот самый масштаб, и мы можем опять же увидеть нужные нам свечки, увидеть цифры. Левый же ползунок позволяет нам перемещаться влево-вправо. Понятно, и каждая свеча подписывается. То есть вы хотите посмотреть, закроем сейчас, что у нас было на свече 21 числа в 10.00. Два варианта. Зайти вот таким образом можно классно по свече. Второй вариант ⁇ нажать Map. Найти эту свечу. Ее описание здесь есть. Можно просто сдвинуть. Можно вот таким образом ползунком сдвинуть. И посмотреть, как выглядит эта свеча именно с точки зрения того, что происходило внутри этой свечи. Каким образом были сделки на каком именно уровне были эти сделки нажав на любой вот этот прямоугольничек здесь будет полное описание цена 11485 цена с учетом forward point 111163 объем 210 сделок по бедам прошло 136 сделок по аску прошло 74 Опять же, кому это нужно? Это в большей степени нужно тем, кто углубляется прям непосредственно в то, как же выглядела вот эта самая внутренняя структура свечки. Вспоминаем, мы смотрели с вами объемчик. Да, мне очень заинтересовала свечка 20 июля 17 часов 30 минут. Да, по-простому я могу глянуть ее вот таким образом. Да, после этого я могу зайти в режим 2. Я вижу вот здесь интересную цену 1.11.442. Давайте эту цену наберем. 1.11.442. Вот она, замечательная цена. Посмотрите, какая ювелирная точность отработки. Это конкретно в данном случае. То есть те, кто смотрели именно видео номер 4, мы подробно там разбирали вот эту самую свечку и выделяли, что у нее довольно крупный объем, а сама очень мелкая, маленькая волатильность. И мы весь этот диапазон определяли в будущем как диапазон сопротивления. То посмотрев внутреннюю структуру этой самой свечи, мы увидели прям конкретную цену. Да, что здесь было у нас 559 сделок на э это вот таким образом мы заходим. 550 сделок было на продаже, 701 была по рынку сделка на покупку, но мы пошли вниз, а это значит в том месте был сильный лимитный продавец. И когда мы вновь подошли к этому самому уровню, я забыл котировку этого уровня, давайте здесь ее еще раз глянем. 1.11.442. 1.11.442. 442 когда мы вновь подошли к этому уровню на следующий день произошла вот такая замечательная реакция опять же кому это нужно в большей степени это нужно тем кто вот прям постоянно находится за компьютером точечно пробирает, разбирает все моменты. Ведь это мы посмотрели какие-то данные старые. Сейчас давайте посмотрим по пяти минуточке. Поскальпируем с вами условно. Вот у нас есть пяти минуточка. Вот мы видим крупную свечку. Но и сама свеча довольно высоковолатильная. Смотрим следующий максимальный объем. Вот был у нас интересный объем. 1709 здесь проторговалось. У нас есть интересная цена. 1.11.141. Давайте обозначим эту самую цену. 1.11.141. И сидя в режиме онлайн за компьютером, да, мы можем наблюдать, за вот этой самой котировкой. Здесь свеча тут же проторговалась. Здесь свеча, ну, как бы тут же проторговалась. Вот мы ушли вниз. Мы закрылись ниже этой свечки повторный ретест, можно зайти в позицию на продажу. Скальпер 4-5 пунктов взял, понятно, именно на Форекс это сложнее, это спред там какой-то, который может забрать половину всей этой прибыли. В будущем мы ушли куда-то наверх, этот уровень можно использовать в качестве входа в позицию. Или если вы где-то здесь продали, выхода из позиции. Смотрим, допустим, прям... Предыдущая свеча, какая у нас была, и мы видим котировку 1.11.201. И при открытии новой свечи, если мы хотим продать, мы от этой котировки 1.11 201 в рамках 1.11. 201. Именно в рамках торговли по пятиминутному графику, вот у нас открылась свечка, мы можем вот сюда выставить лимитную позицию на продажу. Вот с таким стопиком один пункт. И с прибылью там три пункта. Если бы не было скреда, как бы это здорово было. Закончилась пятиминутная свеча, появилась у нас новая свечка. Здесь интересный уровень 1, 11, 170. Выделим этот самый уровень 1, 11, 170. Находимся сейчас новая свечечка, смотрим, какая дельта была у предыдущей, отрицательная, сама свеча шартовая. Почему бы нам вот сюда не выставить короткую, маленькую, пятиминутную сделочку со стопиком, там 2 пункта, стоиком там 5 пунктов, уже соотношение 1-2. Гораздо приятнее все это дело наблюдать, допустим, на часовом графике. Смотрим, вот часовая свеча. У нас отрицательная дельта на этой самой свече, довольно интересный крупный объем. Смотрим, что происходило внутри этой свечи. Максимальный объем у нас по этой свече по котировке 1.11.338. Выписываем себе эту самую котировку 1.11.328. И после того, как эта свеча у нас закончилась, мы от этой свечки, от максимального объема пытаемся именно внутри дня собирать со стопиком 12 пунктов, забрать свои же 12 пунктов, 20 пунктов. Здесь уже на часовом графике спред сильной роли не влияет, и мы можем вот такими короткими сделками внутри дня что-то заработать. В большей степени это нужно тем, кто полностью посвящен трейдингу и кто постоянно находится за компьютером и отслеживает все вот эти моменты по каждому инструменту. Давайте мы посмотрим с вами, Допустим, уберем сейчас дельту. Посмотрим объемы. Опущу объемы в самый низ. Посмотрим день, который был у нас 19 июля. Мы забываем о моей классической схеме торговли. Смотрим именно вот этот день. У нас в 10 часов утра прошла замечательная крупная свеча. Мы можем посмотреть объем, дельту этой свечи. Прямо здесь же на объемах. Да? вот таким образом будет интересней. Отрицательная, кумулятивная, отрицательная дельта на этой свече. Смотрим, что же у нас было на этой свече. Интересный уровень здесь 1.12.538. Выделим этот уровень. 1.12.538. Выделяем этот уровень. На самом верху, по сути, было. Сидим, ждем. Подошли мы вот здесь, к этому самому уровню. Если стоп за самый максимум свечи, выбили стоп. Если стоп за максимум дня, ведь вроде бы мы сидели, вот с утра сидим, сидим, вот он самый максимальный объем крутой объем отрицательная дельта свеча сама шартовая надо шортить мы на следующей свечке начинаем искать эту сделку заходим в позицию стоп ставим конечно за максимум дня так как мы торгуем именно внутридневную сделку 22 пункта у нас стоп лосс плюс 1 там 2 пункта у нас спред 24 пункта суммарный риск выставляем тейк профит на 24 пункта забираем этот самый тейк профит сидим далее новый объем максимальный появился у нас вот на свечке в 15 часов Смотрим, что было на этой самой свечке. Видим, вот где у нас максимальный объем. Что же это за котировка? Увеличиваем 1,12,308. Давайте нанесем эту самую линию. 1,12,308. И у нас получится следующая интересная свечечка. Это мы наблюдали именно вот эту шартовую свечу. На следующий мы можем по этой котировке заходить с тем же самым стопом за максимум дня 45 пунктов выставлять точно такой же тейк 50 пунктов с учетом спреда забрали дальше идем новый день начался новая у нас свечка отрицательная аккумулятивная дельта у этой свечки достаточно большая эта свеча здесь мы сейчас с вами получим условный стоп лосс 12 128 давайте нарисуем эту самую котировку 12 128 и посмотрим, как мы отработали эту самую котировку. Следующая сейчас открылась, мы уже выше пошли. Если бы мы открылись ниже, я бы отсюда с удовольствием продал. Но мы открылись выше, и мы пошли наверх. Но если бы мы продали, получили бы законный стоп-лосс за максимум. В будущем, уйдя ниже и закрывшись ниже этой котировки, можно поискать точку входа на продажу. Опять же, видим вот такую замечательную свечу большую. То есть те, кто сидят и работают внутри дня, 6-8 инструментов, это практически постоянная работа. Вы можете каждую свечку изучать отдельно, вы можете каждую свечку изучать через индикатор MAP и наблюдать в режиме онлайн, что здесь происходит по каждой свечке, Допустим, в таком режиме можете видеть беды Аски, насколько крупные они, насколько мелкие они. Видим, что вот здесь интересные крупные дельты были. Выделили для себя вот эти прямоугольнички в качестве 111465 вплоть до 111425. Интересный диапазон. Мы находимся выше, значит, это диапазон поддержки. И в будущем можно с удовольствием от этого диапазона купить куда-то вверх. Если работаете на продажу, при уходе вниз от этого диапазона поискать точку входа на продажу. То есть данные, которые мы здесь смотрим, не показывают, конечно, куда работать, но они показывают, откуда работать и где можно фиксировать тот или иной тейк профит. Довольно сложный индикатор, именно вот этот мэп, сложный к пониманию, но те, кто просили у нас создать этот индикатор, очень активно им пользуются и пользуются именно вот такими короткими сделками внутри дня. На этом видео касаемо индикатора ProVolu версии 2.07 заканчивается. Появится что-то новое. Допишу видео. По сути, всем поменьше стопов. Максимум прибыли, максимум профита. Пользуйтесь индикатором ProVolu. Он показывает внутреннюю структуру рынка. Он показывает интересные диапазоны уровни, интересные свечки, интересные кластера, где уже прошла какая-то реакция, где была какая-то борьба. И эти диапазоны в будущем помогут вам либо правильно выйти из позиции, либо правильно зайти в позицию, а также немного заглядывая в будущее через индикатор дом, мы можем увидеть это самое будущее и понять, где, возможно, у нас будет остановка, не основываясь на каких-то предыдущих проторгованных объемах. С вами был Евгений Каташов. Всем пока-пока.